Криозот очень страшная штука, он не смывается до конца, ну-ка. Поэтому приняли решение обстричь малышку. Сейчас мы все это срежем еще раз полностью, потом еще раз ее помоем, потому что он остался на шкуре все равно. Мы сняли основную массу, но придется полностью обстричь ребенка. Тихо, девочка, она умничка, она сама стоит. Не видно? Все, моя солнышко. Такая умница девочка. Стоит и понимает, что ей помочь хотят. Сейчас мы ее еще искупаем. И сейчас вторую девочку еще подстригем. И все будет хорошо. Так. Вот сейчас почистим машинку и будем подстригать вторую девочку. Покажи сюда, детка, мою мордочку. Покажи, мое солнышко. Покажи. Да ты моя красавица. Ты моя хорошечка. Да, ты красавица. Мы ее высорили как могли. А сейчас еще машинкой обреем. Покажи шейку. Да, там ранку надо аккуратно подстричь. Сейчас, моя девочка. Ты у нас старенькая? Нет, тоже не старенькая. Годика два, не больше. Хорошая девочка у нас. Красивая мой. Маленький. Сейчас будем подстригаться. Моя красавица, а? Трясешься? Трясемся. Все хорошо. Все хорошо. Да, красотуля? Лысые стали. Скажи, холодно? Холодно, потому что окно открытое. Ничего, зато на свежем воздухе. Да, малыш? Маленькие мои. Все будет хорошо. Иди сюда, будем дружить. Иди, моя хорошая, иди сюда. Иди ко мне, солнышко. Иди. Вот это та, которая была сильно-сильно в мазуте. Иди, мое солнышко. Видишь, она уже подходит. Мы ее встретили, она у нас лысая-лысая. А была лохматенькая такая. Иди сюда, солнышко, иди. Моя девочка. Ай, ты моя красавица. Иди сюда, иди, моя маленькая. Все еще криозотом воняет. Ну ничего.
Ай, ты ж моя хорошая. Вот у нее такая опухоль вот здесь. И все, словно камень стоит. Уже сделали клизму, масло влили сюда, вазелиновое, с теплой водой. Сделали презерин, но пока никаких. Попробовали расчутить, там камень. Девчонка вся худая, а морда красивая. Иди сюда, маленький, не бойся. Да, ты красавица. Ты красивая девочка такая. Умница моя. Хорошая. Сейчас поможем тебе. Хороший мой ребенок. Присаживается, в туалет сходить не может. Сейчас сделаем, что можем сами.